На самом деле я ожидал огромное количество информации и просто невероятных спикеров. Все это оправдалось, здесь реально было много новых знаний. Но самое главное, я думал, что это будет больше про то, как писать аналитический материал. Как оказалось, это больше, чем просто писать аналитический материал. Это разбор разных тематик, разбор разных кейсов. И вот это, наверное, большой плюс, что школа превзошла ожидания. Если говорить о спикерах, то, наверное, мне понравились практически все, но я бы хотел выделить именно тех, по тематикам которых мне было немного сложновато. Это Artificial Intelligence, Азим Джон, он просто удивил своей подачей, особенно тем, как он просто объяснил Artificial Intelligence для человека, который вообще в этом ничего не понимает. Спикер Юлий Юсупов, который больше рассказывал про экономику, нереально впечатлил, потому что это были реальные кейсы Узбекистана, реальные кейсы Центральной Азии. Он был тем человеком, который применял различные модели и предлагал их для государства. И это, наверное, впечатляло, что многие спикера, они рассказывали о практических кейсах, не просто теория, а то, как это работает в жизни. И вот это меня больше всего как раз таки впечатлило. Но если говорить о внеклассных активностях, наверное, это просто знакомство и нетворкинг с ребятами из разных стран Центральной Азии. Преподаватели, аналитики, эксперты, студенты, практически все среди них с разным бэкграундом. И постоянное общение с ними, узнать просто друг друга, тем, чем они занимаются, мне кажется, вот это то, что, для чего ты приходишь в школу. Моя статья будет посвящена майнинг-фермам в Кыргызстане на фоне энергокризиса, который происходит. То есть мне интересно разобрать, есть блокчейн, есть криптовалюта, которые практически сейчас везде на слуху, но как они работают, кто такие вообще майнеры и почему все их винят. Хотелось бы разобрать больше эту тему, потому что сейчас пока встречаются только новостные, в новостном формате новость, какие-то сообщения. Но чистые, хорошие аналитики по тому, нужно ли как-то работать с майнерами, вообще, что они из себя представляют, вот такого материала я пока не увидел. Именно поэтому я загорелся очень сильно этой темой и, возможно, смогу предложить хорошие решения для соответствующих ведомств, как они должны поступить с майнерами. Если вы хотите получать каждый день новые инсайды, и если вы хотите вспомнить, что такое делать вау после каждого спикера, мне кажется, это школа аналитиков. Если вы хотите узнать больше, писать аналитические статьи, понимать вообще, как устроена не только политика, но и экономика, artificial intelligence, и я уверен, что будет еще много-много тем, которые будет покрывать школа, то это точно-точно нужно подавать свою заявку. И если честно, вы подумаете, неделя – это мало, потому что хочется обучаться постоянно. Подавайте на школу аналитика.